Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня я делаю для вас еще один топ-5 текстур или ресурс-паков, или текстур-паков для Майнкрафта, друзья, потому что предыдущее видео, где я сделал топ-5 самых страшных текстур, оно вам очень понравилось, поэтому сегодня, друзья, я для вас решил сделать топ-5 самых реалистичных текстур-паков для Майнкрафта. Я подобрал 5 очень крутых, и мы сегодня опять же на этой же самой карте все то же самое. Сегодня мы все посмотрим, как они выглядят, и вы, опять же, сами в комментариях выберите самый крутой, самый лучший, самый реалистичный текстур, ну, или ресурс-пак в Майнкрафте. Поэтому, что ж, друзья, я думаю, стоит сразу же начинать, потому что предыдущее видео получилось очень длинное, и я не хочу вам наскучить, поэтому, что ж, делаем день. И, друзья, начинаем. Что ж, я уже установил все эти ресурс-паки. Я думаю, все знают, как их устанавливать. Если что, вы можете найти туториалы в Гугле, на Ютубе и так далее. Но сегодня, друзья, у нас вот эти следующие 4. Какие 4? 5. 5 ресурс-паков. И начнем, я даже не знаю, ни по какому порядку. Начнем с самого первого, который называется CGO Pack. Ну, или CGO, или как хотите его называть. У него 128 пикселей. Поэтому, что ж, мы его применяем, нажимаем Done. И сейчас мы его проанализируем. Картины опять же меняются. И, друзья, да. Что ж, встречайте CGO ресурс пак. Я, к сожалению, не установил шейдеры, потому что с шейдерами все эти ресурс паки реалистичные смотрелись бы очень бы круто, но я решил просто вам показать так, как выглядят эти ресурс паки без всяких шейдеров. Дальше вы можете делать все, что хотите, и шейдеры, и не шейдеры и так далее. Поэтому, друзья, что ж, что же мы можем видеть? Вау, трава просто замечательная, просто какая красивая. Что мы сможем сразу заметить? Это, конечно же, земля, трава, все очень детализировано, ну все-таки. Сколько там было, если не ошибаюсь, 128 пикселей. Песок у нас теперь такой, вода. Смотрите, какая вода красивая, она прям переливается. Очень здорово сделано. Но мы идем все-таки к нашим блокам, которые у нас тут уже приготовлены. И сейчас мы посмотрим на все. Картину мы оставим на чуть попозже, потому что они очень красивые. И, друзья, начинаем. 100 зачарования, просто суперские, друзья. Выглядит очень здорово. Чуть ли не могу прочитать, что там написано. Почти, но все-таки не получается. Здорово выглядит. Тыквы. Тыквы, на самом деле, вот здесь мне они не очень нравятся. Знаете почему? Потому что они выглядят, как будто они должны, по идее, быть круглыми, но на самом деле это же блок. То есть выглядит немного странновато, но выглядит, конечно, реалистично и здорово. Они еще мелькают, потому что это Jack-O-Lantern. Печка, замечательная печка, просто здоровская. Я, кстати, не знаю, зачем я поставил верхние блоки. Мы так не можем посмотреть верхнюю часть, поэтому давайте я все-таки их уберу, верхние блоки, чтобы могли посмотреть наверх. Например, у тыквы мы можем заметить вот это вот красивое место на тыкве. Да, отлично. Что ж, идем дальше. Печка. Это давайте я пока уберу одну. Смотрю, что у меня была пустая рука. Это у нас верстак, друзья. Верстак просто. Посмотрите, как он теперь выглядит. Он реально... Я даже не знаю, на чем основывался автор этого ресурс-пака. Возможно, многие ресурс-паки делаются по всяким играм. Многие ресурс-паки делаются для различных карт и так далее. Но здесь мы можем видеть что-то очень странное. Какие-то шестеренки, что-то крутится. Здесь у нас есть куда-то странный там и что-то здесь написано. Ну, это не важно, друзья, не важно. Что ж, книжная полка выглядит тоже очень замечательно. Нечего не сказать. Маяк. Маяк выглядит как-то странновато. Знаете, вот эта часть, вот эта вот синяя, она меня как-то не очень сильно привлекает, но все-таки ладно. Что ж, окей, здесь мы можем видеть алмазную руду, выглядит тоже очень здорово. Издалека выглядит просто замечательно. Вблизи, конечно же, можем видеть пиксели, но мы же в Майнкрафте, друзья, куда же мы денемся здесь без пикселей. Золотая руда тоже очень круто выглядит. Вот таким образом, зачем я убрал алмазную руду. Ладно, давайте мы ее все-таки быстренько вернем. Алмазная руда. Алмазная руда, вот она у нас здесь. Отлично, что ж, идем дальше. Стекло, стекло у нас выглядит отлично. Простенько, мне нравится, как оно выглядит. Здесь сделано довольно-таки круто. Мне очень нравится, хотя я бы все-таки каким-нибудь образом сделал бы... А, да ладно, неважно, не буду придираться. Это у нас алмазный блок, друзья, если не ошибаюсь. Я буду брать некоторые предметы, потому что я иногда просто забываю, что это такое. Алмазный блок, ну реально, вот реально алмазный. Смотрите, тут реально просто как склеены, сплавлены алмазы. Очень здорово. Обсидиан выглядит просто шикарно, опять же, просто хочется его поцеловать вот так вот. Дерево, друзья, дерево, береза, дуб, очень, опять же, круто. Нет, вот дерево, мне кажется, это самое крутое, то, что есть пока что в этом ресурс-паке. Мы еще весь его не видели. Береза тоже очень здорово выглядит. Губка у нас,
Ну, выглядит как губка, да, прикольно. Динамит, друзья, динамит у нас, динамит, нам его подписали 3 раза, и наверху у нас есть вот такой вот череп. Если вы вдруг думаете, что динамит это игрушки, посмотрите на этот череп, это у нас лед. Сундуки, сундуки у нас тоже очень забавные, хотя они немного забаганы, вот эта вот штука мелькает, но это потому, что они открываются, закрываются, и там текстурки, они как бы сходятся, и поэтому получается вот такой вот небольшой глич, баг, или как хотите его называйте. Ну да ладно, ну и кровать у нас, ну, обычная, окей. Такая хорошая, хорошая кровать. Я бы поспал, Bedrock. Выглядит тоже очень круто. Кстати, можете заметить, он может ставиться по-разному. Он может смотреть или в ту сторону. Вы можете заметить, эти рисунки смотрят туда. Это похоже, я не знаю, на рыбу какую-нибудь, не знаю. А здесь они смотрят друг на друга и так далее. То есть, есть небольшой рандом в этих блоках. И это мне нравится. Я люблю рандом. Рандом — это здорово. Что, друзья, цветочки? Ох, куда же мы без цветочков-то? Ой-ой-ой-ой, смотрите, какие красивые розы. Пахнет свежестью и летом. Да, друзья, какой я псих. Ладно, неважно, что ж. Окей, выглядит все очень здорово. Мир выглядит теперь помрачнее, потому что все стало как... трава стала немного темнее. Сразу можем заметить, что джунгли у нас выглядят очень темными. Не знаю, хорошо это или плохо. Сами можете это определить. И, друзья, здесь у нас картины. Друзья, картины, черт возьми, посмотрите, как они круто выглядят. Вот эта картина, это просто шикарно. Возможно, это что-то из... я даже не знаю, Властелин колец. Не знаю, если вы узнали эту башню, она мне очень что-то напоминает, но я совсем не помню. Вы можете написать мне в комментариях тоже. Было бы очень здорово. Летающие какие-то острова, очень крутые картинки взяты для этого ресурс-пака. Здесь там всякие горы, пейзажи. Это какой-то монстр, что ли, или это дерево, или что это, что такое? Мне кажется, это как лицо, это такая его рука, знаете. Ну, не знаю, это уже ваше и мое воображение. Ну и, в принципе, да, квартиры. Картины крутые, и солнце у нас круглое, здоровское. Облака у меня выключены или не выключены? Давайте посмотрим на облака, как они у нас выглядят. Облака у нас далеко, но выглядят они вроде бы сделаны получше, хотя там тоже я вижу небольшие гличи. Давайте подлетим немного поближе к облакам, чтобы вы могли их рассмотреть. Да, есть небольшие такие баги, вы можете видеть, они немного мелькают. Ну, да ладно, не будем придираться к облакам, облака они все равно там далеко, высоко в небе, и ничего страшного. Теперь, друзья, теперь мы перейдем к различным мобам, и вообще давайте посмотрим прежде всего на нашу броню, друзья. Я сейчас в алмазной броне, просто посмотрите, как она выглядит, посмотрите на этого дьявола, который у меня на грудине просто, о, да, у него красные глаза, очень здорово. То есть нету у нас алмазного цвета здесь такого голубенького, а здесь у нас такая металлическая, железно-деревянная, кольчужная какая-то броня, очень здоровская. Ну, и я так понимаю, ну, опять же, вы можете видеть, как все выглядит, но, к сожалению, все-все-все я вам не смогу показать. Ну, и опять же, броня, она будет отличаться. То есть, если мы оденем кожу, она будет выглядеть немного по-другому и так далее. Очень здорово. К алмазному мечу у меня есть несколько вопросов. Ну, я думаю, вы сами знаете, что это за вопросы, почему? Почему? Возможно, это что-то я не так сделал, возможно, что-то неправильно установил, возможно, нужны шейдеры, но вот эта вот полупрозрачность сбоку, с торца, так сказать, ну, меня как-то не очень сильно привлекает. Ну, да ладно, ничего страшного. Хорошо, друзья, давайте теперь посмотрим на некоторых мобов, друзья, давайте для враждебных мобов отлетим вот сюда, в кусты, чтобы можно было заспаунить, например, скелета, чтобы не сгорел. Скелет выглядит реалистично, скелет, череп, отлично, вау. Ну, здорово, лук тоже у него довольно-таки здоровский. Мне нравится скелет очень милый. Эндермен, мне кажется, мы в предыдущем выпуске не смотрели на эндерменов, но все-таки в этот раз я их не забуду. Выглядит тоже опасно, у него, опять же, видно его ребра такие, ну, очень круто сделано. Светятся глаза фиолетовым цветом, позвоночник очень красивый, я бы, неважно. Дальше у нас идет паук у нас выглядит мрачненько, да, паук у нас все-таки такой... овца, уйди отсюда. Мне кажется, я даже где-то уже видел этот ресурс-пак. Возможно, он очень популярный, не знаю. Но паук выглядит здорово. И зомби, самое главное, зомби уже побежал за жителями, которых мы еще даже не видели. И выглядит он, ну, опасно. Он, опять же, кровавый, реалистичный. И, ох, черт возьми, смотрите, у нас заспаунился зомби в золотой броне. Вау, вот это нам подвезло. Смотрите, как, кстати, выглядит золотая броня. Можете ее посмотреть здесь. Ладно, давайте посмотрим еще на одного обычного зомби. Да повернись ты ко мне лицом. Ну, вы можете видеть, у него нет одного глаза. Он, опять же, весь в крови, все руки в крови и так далее.
Свинью мы уже могли видеть краем глаза. Ну, обычная реалистичная свинья. Даже не знаю, у нее даже есть хвостик. Отлично, здорово. Курицу мы тоже только что видели. Выглядит она вот так вот. Похоже, что она свою голову окунула или кого-то убила, знаете. Просто у нее все лицо в крови, но на самом деле, да, вы же понимаете, Ну и жители у нас теперь выглядят вот таким образом. Ох ты, что ж ты такое, где моя шаурма? Извините, друзья, немножко российские шутки, но это шутка, друзья, я всех вас обожаю. Даже нет, вот, наверное, у кого надо шаурму просить. Да, выглядит очень забавно. Ух ты, колдун, здравствуй, колдун. Круто. Вот это у тебя рули прикольные. И да, в принципе, жители выглядят... Очень мне нравится, как они выглядят. Сделано реально реалистично. Просто здорово. Смотрите, они тут собрались, все меня смотрят. Спокойно, ребята, спокойно. Ладно. Что ж, я думаю, самое время перейти к следующему ресурс-паку, иначе мы никогда не закончим. Поэтому давайте, друзья, сразу же выбираем следующий. Следующий, вы можете видеть, он у меня горит красным цветом, что типа он не сделан для этой версии Майнкрафта, но вроде как я все скачивал для этой версии, и он работает. Так что нажимайте ОК, если у вас такая же штука, и нажимайте Done. Что ж, у нас здесь 4 пикселей, поэтому давайте все-таки посмотрим. Что ж, как вы можете видеть, выглядит уже выглядит очень забавно. Сразу можно заметить то, что листва, трава и так далее. Здесь немного посветлее, но у нее все равно такой очень тусклый цвет. Не ярко-зеленый. Вы можете видеть, трава вся такая тусклая, земля у нас. Ну, такая, да, реалистичная. Видно комочки земли. Очень красиво. Давайте посмотрим на воду. Вода у нас не переливается, друзья. К сожалению, не сделали анимацию воды. Ну, неважно. А вот к песку у меня есть претензии. Я очень надеюсь, что это потому, что я как-то неправильно его установил, но песок... Песок здесь мне не очень нравится. Или, возможно, этот ресурс-пак сделан для какой-то карты, где песок использовали для каких-то других штук. Такое тоже может быть, не будем это отрицать. И поэтому давайте все-таки посмотрим на все различные блоки и так далее. Что ж, посмотрим. Опять же, что за очарование? Выглядит у нас книжка обычная, но зато сам стол выглядит, ну, да, прикольно, с такой красной мантией, вроде бы как здорово. Но самое прикольное — тыква. Вот здесь тыква меня просто прикалывает. Вот здесь она реально сделана очень здоровски. Это просто 10 из 10 за тыкву. И лепесточки очень красивые, очень, да. Здесь у нас есть печка. Хотя какая-то она слишком черная. Возможно, это так и надо. Или что-то не прогрузилось. Нет, на самом деле это так и есть, 100%. Но, да, печка у нас каменная. Камень у нас детализирован. Все сделано здорово. Верстак тоже очень красивый, вы можете видеть. У нас тут и топорик, и пила, все висит. Все просто сделано очень похоже, как на обычный Майнкрафт, но намного более детализировано. Здесь у нас книжная полка, опять же, с паутиной и со свечкой. Мы такую уже видели в предыдущем топ-5. Доски сверху, маяк, друзья. Здесь мне нравится, как выглядит маяк. Он все-таки желтый. Вот, я так понимаю, что все эти ресурс-паки, они основаны на каких-то, ну, старых временах, так сказать. И маяки обычно желтого цвета, поэтому... Поэтому здорово. Мне нравится маяк, алмазная руда выглядит тоже довольно-таки забавно. Хотя мне не очень нравится алмазная руда. Как-то бы... Не знаю, я не буду объяснять, сам себя не понимаю, но золотая руда тоже прикольная, но что-то мне не хватает. Стекло у нас теперь вот такое, с решеточкой. Не знаю, хорошо ли это или плохо иметь решетку на стекле, но это уже вы сами будете решать, потому что, в принципе, видно все через него. Но просто есть такая решетка, добавляет такого небольшого эффекта старины или красоты, или еще чего-нибудь. Ладно, что ж, алмазный блок. Шикарный, очень мне нравится, как он сделан. Очень красивый, стильный и такой аккуратный. Мне очень нравится, как он, ну, реально выглядит. Очень так богато, так сказать. Реально очень красиво, здорово, нравится. Обсидиан похож на волосы какого-то чудовища, если так посмотреть. Не знаю, мое воображение слишком странное. Кстати, прицел — это у нас точечка, можете заметить. Ну, обсидиан прикольный. Мне нравится. Опять же, дерево у нас здоровское, хотя если вы срубили дерево, я не думаю, что оно у нас будет таким вот ровно квадратным, но все равно. Мне нравится то, что текстуры, они продолжаются, они сделаны очень круто, чтобы их можно было стакать, и все выглядело очень красиво. Спасибо автору. Здесь также у нас березка. Здорово. А вот губка у нас превратилась в какую-то, я даже не знаю, хотел сказать, таксу, в мопса. Нет, как называется спаниель? Короче, вы понимаете, о какой собаке я говорю.
Ну ладно, что ж, теперь у нас губка стала вот такой вот черно-бежевой. Не знаю, почему они решили так сделать, но да ладно. А здесь это у нас динамит, друзья. Динамит выглядит как бомба, где у нас есть фитиль. Очень прикольный, мне нравится. Даже я сначала даже не понял. Я сначала даже забыл, что здесь у меня за блок стоит, пока я не подумал. Хм, фитиль, понятно, понятно, окей. А лед сделан очень красиво, лед мне нравится. Сундуки. Сундуки до свидания. Сундуки просто обычные, хорошо. Бедрок у нас вот такой. Ну, бедрок непримечательный, друзья, непримечательный. Кстати, менюшка поменялась, да. Ну, менюшки все-таки не так интересно, поэтому окей. Кровать у нас тоже такая вот, ну, обычненькая кровать. Поэтому хорошо, цветочки. Ах, какие цветочки хорошие. Ну, тоже выглядит довольно-таки забавно. Картины, друзья, картины, опять же, у нас очень крутые. Сделаны они как? То есть это просто скриншоты из Майнкрафта с шейдерами и с этим ресурс-паком, я так понимаю, если не ошибаюсь, это трава, это она? Неужели они взяли картинки с другим ресурс-паком? Не знаю, не знаю, но у нас просто скриншоты, вы можете видеть, красивые скриншоты, красивые. Хотя самая большая картина это у нас просто свинья. Это очень странно, почему автор решил сделать именно такую картину самой большой. Ну ладно, топорики, ножички висят, здорово. Небольшой флаг, да, да, точнее баннер. Здорово, мне нравятся картины, хотя можно и получше. Были лучше и будут еще, мне кажется, лучше. Хорошо. Алмазный меч, друзья, алмазный меч выглядит, мне нравится, как он выглядит, реалистично, много пикселей и броня просто шикарная. Вот, вот броня 10 из 10, мы реально как какой-то рыцарь, хотя меч какой-то очень маленький по сравнению с нашей крутой броней, ну да ладно, похоже какой-то на нож для масла на самом деле, но броня просто шикарная, смотрите, какие у нас кольчужные рукава и шлем просто тоже очень крутой, вот этот вот. Дизайн крестом на лице очень здорово сделан. Дырки для того, чтобы мы дышали, все просто очень здорово. Ну и тут другие предметы, вы можете видеть, кольчужные вообще не перевели. Ну, короче, как-то странно. То есть кольчужные кожаные штаны тоже почему-то обычные. Ну, ладно, ладно, не будем придираться, не будем придираться. Что ж, посмотрим все-таки на мобов, друзья. Давайте посмотрим на тех, кто у нас тут есть. Что с тобой сделали? Ты похожа на деревянную корову. Почему ты из дерева сделана? Что у тебя на лице? Почему ты такая милая? Просто посмотрите, как она на меня смотрит. Я влюбился, друзья. Это самая лучшая корова, которую я когда-либо видел в Майнкрафте. Эти круглые пятна овальные тоже мне очень нравятся. Блин, корова здесь очень странная. Не самая реалистичная корова, которую я когда-либо видел, но она забавная. Вот так бы я ее обозвал. Житель. У жителей нет текстур, друзья. А, нет, у какого-то все-таки есть, и это Хайзенберг, друзья. Здравствуй. И это повар как раз-таки. Да, очень умно, здорово, очень умно. А, я думаю, что это реально пак для какой-то карты, потому что, ну, вы можете видеть, только некоторые вещи все-таки переведены. Курица у нас сделана тоже. Блин, курица, смотрите, какие у нее крылья. Ну-ка иди сюда, ну-ка иди сюда, крылья. Они у нее реально с перьями, вы можете видеть. Сделано круто, окей, хорошо. Давайте посмотрим на некоторых враждебных мобов. Например, скелет. Ох, черт возьми, посмотрите на этого скелета, друзья. Просто посмотрите. Это пока мой самый любимый скелет. Он, я даже не знаю, почему его сделали таким цветом. Либо он вылез из земли, такой уже прогнивший. Либо его покрасили, либо он золотой. Никто не знает, но выглядит забавно. Эти зубы там тоже очень здорово выглядят. Эндермена никак не перевели, не переделали. Овца у нас выглядит очень напуганной. Я не знаю, кого она увидела. Наверное, она увидела как раз таки ту корову и осталась вот с таким лицом. Хорошо, паук у нас выглядит... Ох, какая черная вдова. Выглядит здорово. Неплохо, мне нравится, почему бы и нет. Зомби горит, поэтому заспаню его здесь. Что у тебя на спине, чувак? Ох, черт возьми, посмотрите на его лицо. Это просто рот. И все. Да, зомби этот, я бы даже его поставил бы в топ-5 страшных ресурс-паков, потому что посмотрите, какой он реально один из страшных, самых страшных зомби, которых я видел. Ну как, меня, конечно, это не пугает, потому что я окей, меня никто не напугает, но выглядит он реально страшновато. Ну окей, ну окей, не свинья.
Свинья очень милая, такая добрая. И ладно, хорошо, друзья. Окей, окей, неплохой ресурс-пак. Мне он даже очень понравился, он забавный. Сделан круто, выполнен на ура. Что ж, идем дальше. Дальше у нас LBPR Reload. Я не знаю, почему он так называется, но давайте все-таки на него посмотрим. Для чего не вылетит. Кстати, я замечал, и пока я ставлю ресурс-паки и жду, когда они загрузятся, у меня видео не пишется в этом моменте. Я много говорю, а потом, когда я уже смотрю видео, я такой, а там просто пропустился момент, где у меня грузился. Ну ладно, неважно, я там что-то говорил, но окей. Что ж, что же мы можем видеть в этом ресурс-паке? Мне нравится очень здесь камушек вот этот вот. Вау, с камушком они, конечно, переборщили, и с веточками. Вот это да, вот это я первый раз такой вижу в ресурс-паке, чтобы лежали веточки, камушки. Это реально очень здорово, и вообще, мне очень нравится, как выглядит здесь трава. Да, с деревьями у меня что-то не так. Наверное, это потому, что мне нужно поставить фэнси, если не ошибаюсь. Да, фэнси теперь у нас... Вау, ну деревья просто круто теперь выглядят. Но я тоже не знаю, у меня слов нет. Ну посмотрите, какие они милые. Реально, листва, просто все в 3D. Очень здорово, красиво. Зачет, зачет за листву. Ну и вообще, теперь мне очень нравится, как выглядит мир. Вот серьезно, солнышко круглое, облака гигантские, крутые. Нет, не-не-не-не, очень здоровский лес, просто выглядит шикарно. Посмотрите, какие пальмы, тоже очень здоровские, хорошо. Что ж, давайте быстро пробежимся по блокам. Окей, что же мы имеем здесь? Маленький жук с... Плюм и на... Люминатомы. Короче, я не понимаю, что там написано, но окей, что-то по-русски для нас написали, спасибо. Ну, стол зачарования, конечно, забавный, он красивый, мне нравится. Тыква здесь, опять же, тоже, мне кажется, это та же самая тыква, только она теперь не мелькает. Ребята, это та же самая тыква, они взяли ту же самую тыкву, вот из первого ресурс-пака, только она теперь не светится. Угу, спасибо, спасибо, друзья. Печка выглядит тоже довольно-таки забавно, хотя куда здесь пихать... А, ну я так понимаю, это фон, типа, этот кирпич, он там на заднем плане. Ну окей, я понял вашу, так сказать, цель. Но печка, да, в принципе, нормально. Верстак, вау, вот это ковер, я бы такой себе хотел коврик в дом для мыши хотя бы. Ладно, хорошо, здесь у нас есть и лом, и топор, просто здорово. О, друзья, посмотрите на книжную полку. Она в 3D, каждая книга сделана отдельно. Здесь они просто превзошли самих себя. Мне очень нравится, как это сделано. 10 из 10 книжная полка лучшая, которую я когда-либо видел. Вот серьезно, опять же, делаем день, потому что стемнеет. Маяк, вау, просто красивейший маяк. Он реально, блин, я даже не знаю, что им сказать. Вы сами можете наблюдать, что мы сейчас видим вместе с вами. И выглядит он реально круто. Алмазная руда... Как будто на каменной стене просто попшикали синим баллончиком, так, ну, ладно, хорошо, хорошо, выглядит неплохо, неплохо, и золотая руда у нас вот такая, вот, хорошо, стекло у нас просто сделано аккуратненько, просто с бордиком, и, в принципе, мне нравится, неплохо, неплохо. Алмазный блок выглядит как текстура из Гугла, взятая, и, ну, ладно. Хорошо, хорошо, я обсидиан тоже здесь. Не, мне на самом деле нравится, на самом деле прикольно сделано, не буду придираться, потому что неплохо, неплохо, красиво, мне нравится, хорошо. Деревья. Деревья, опять же, зачет 10 из 10, ну, не 10, возможно, не 10, но выглядит тоже здорово, как они, здорово, здорово, как они срублены, и все очень здорово. Губка выглядит как губка, слава богам. Опять же, взята, походу, картинка просто из Гугла, ну, и неважно, мы же ищем как раз-таки реалистичность, поэтому выглядит здорово, мне нравится. TNT. Explosives, смотрите, сколько динамита. Вот это мне нравится, вот это прикольно. Сделано очень, опять же, здорово. Зачет, лайк, лойс, лейс. А лед обычно, ну, лед, в принципе, он везде почему-то похож очень сильно, но здесь он мне тоже нравится, неплохой, неплохой. Сундуки с красными замочками. Красные замочки, это, конечно же, хит мода, друзья. Кстати, меню у нас теперь выглядит вот так. Да, очень нравится. Кровать, ну, обычненькая, зато у нас камушек рядом с кроватью лежит. Смотрите, здесь трава с какими-то... Это кто здесь прошел? Какие-то следы? Прикольно, прикольно сделано. Это не я следы оставляю? Нет. Ладно, хорошо. И бедрок у нас выглядит вот так вот прямо. Такой прямо серьезный камень такой. Угу, угу, угу. Да, да. Выглядит здорово. Хорошо, цветочки опять же у нас... Цветочки, цветочки.
цветочки. Очень красивые цветочки и картины. Опять же, картины, посмотрите, посмотрите, друзья. Ну, это явно из, из «Властелина колец», это 100%, там живут хоббиты. И остальное я не уверен, откуда это все. Возможно, это опять же все из «Властелина колец». Возможно, опять же, напишите в комментариях, это пирамиды, пирамиды. Круто. Это, возможно, вообще взято из... Либо это просто какая-то картина, либо это отсылка к «Пиратам Карибского моря». Не знаю, но картина здесь просто шикарная. Очень мне нравится. Прям серьезно нравится. Вот это самая большая картина. Я бы вот реально такую бы повесил у себя дома. Ну, посмотрите на этот вид. Я бы вообще там побывал. Наверняка это фотка, вот сделанная в этом месте. Я хочу попасть в это место, друзья. Оно реально очень красивое. Да, я очень люблю пейзажи. Я люблю пейзажи. Ладно, хорошо. Можем видеть то, что мир выглядит... очень красиво. И теперь, я думаю, самое время посмотреть на некоторых мобов. Смотрите, как у нас яйца спаунера выглядят. Теперь они как планеты. Вот это похоже на Луну. Вот действительно, это 100% Луна. Ладно, хорошо. Скелет у нас выглядит теперь вот так. Очень похож на скелеты из первого ресурс-пака, если это не тот же самый. Мне кажется, это 100% тот же самый. Окей, пропустим его. Эндермен, мне кажется... Да, мобы. Смотрите, мобы взяты. Мобы одинаковые. И паук тот же самый. И зомби тот же самый. Странно. Не знаю, с чем это может быть связано, но мобы остались теми же. Не знаю, почему так сделано. Возможно, это тот же самый создатель, он просто их перекинул. Но странно, странно, странно. И да, здесь меч, мне кажется, тоже как из первого ресурс-пака, но здесь он все-таки без бага. То есть здесь он выглядит нормально. Хотя, смотрите, как они там мелькают, промежутки между каждым пикселем. Ну ладно, ничего страшного. Не будем придираться. И алмазная броня. Ну, здесь уже автор, мне кажется, знаете, что произошло? Автор хотел сделать что-то оригинальное, но мне как-то не очень нравится, что получилось. Посмотрите, почему отличается цвет штанов от нагрудника, какой-то он более синий. Не знаю, не знаю, почему так сделано, но хорошо, хорошо. Будем, дадим этому быть, так сказать, пусть будет, не будем придираться. Хорошо, переходим тем к самым, к третьему. Точнее, к четвертому ресурс-паку. И это у нас Мизонус. Мизонус 16 крафт, вроде бы, если я все правильно почитал. И какой у нас еще остался? А, SNK. Это будет последним, потому что там 256, черт возьми, пикселей. Мы его сейчас увидим, но прежде посмотрим на Мизонуса. Что у нас приготовил Мизонус? Мизонус это у нас 16 на 16, друзья, но сделан чуть-чуть по-другому. Ну, совсем по-другому, так сказать. Вы можете заметить, да, теперь весь мир очень яркий. Мне даже в глаза начало резать из-за этого цвета травы. Просто посмотрите, как все стало ярко. Хотя выглядит очень мило. Реально, милый цвет травы. Мне нравится, все очень замечательно. Сделано, это просто 16 на 16, но сделанный в другом стиле. Если бы Майнкрафт делали бы другие люди, например. Хорошо. Точнее, текстуры для Майнкрафта делали бы другие люди. Вот у нас песок, вода анимированная, тоже здорово. Поэтому давайте быстренько пролетимся по всем предметам, блокам и так далее. Что ж, здесь мы имеем стол зачарования, прикольный, прикольный, другой, необычный и одновременно простенький, здоровский. Тыква здесь тоже мне очень нравится, хотя сделали бы анимацию, как-то бы она мелькала, было бы прикольнее, но, ну да ладно. Печка сделана здесь очень круто, с такой затворкой, тоже очень забавно. Зачет, зачет. Здесь у нас верстак. Да, да, неплохой верстак, неплохой, конечно, книжная полка. Смотрите, здесь все-таки добавили небольшой эффект 3D. Все-таки полка книжная, она немного входит внутрь, и все-таки есть немножко объема. Здорово тоже, молодцы, что так сделали, мне нравится. Маяк очень крутой, вот маяк мне здесь вот реально очень нравится. Смотрите, какой он милый, просто шикарный маяк. Вау, я бы его даже съел. Надо будет это вырезать, что я сейчас сделал, я не понял. Ну да ладно, алмазная руда. Вот она у нас такая. А мне нравится, как она выглядит. Мне нравится больше, чем обычная майнкрафтовская алмазная руда. Вот это мне больше нравится, вот серьезно. Она красивее, вот я вас уверяю, она красивее. И золотая руда тоже самое. Опять же, стекло сделано аккуратненько, красиво. Вот реально здорово. Мне нравится такое стекло. Я не знаю, почему в Майнкрафте решили сделать именно такое, какое оно есть. Ну да ладно, алмазный блок тем временем у нас вот такой. Я не знаю, что о нем можно думать, хорошо это или плохо. Давайте я ничего о нем не скажу, оставим его так, как есть. Обсидиан сделан,
Прикольно, забавно. Какой-то он слишком ровный, слишком квадратный. Но да ладно, Obsidian все-таки это что-то такое дикое, знаете. Но, ну ладно, не будем придираться. Стволы деревьев для 16 на 16 сделаны довольно-таки круто. Опять же, мне кажется, лучше, чем в обычном Майнкрафте. Губка выглядит как губка. Сделали немножко, не знаю, потемнее. Точнее, посветлее дырки и потемнее саму текстуру. Ну да ладно. Вот TNT мне очень нравится, потому что здесь у нас наверху, опять же, есть эффект небольшого объема. И вот этот крипер наверху меня тоже очень прикалывает. Поэтому TNT зачет. А лед? Ничего не о льде сказать, так сказать. Выглядит обычненько. Здорово. Сундуки шикарные. Кстати, теперь у нас все меню вот такое беленькое. Да, сундуки у нас обычные, крутые, кровать у нас тоже, можно на кровати сыграть в шахматы, вы можете заметить, и бедрок, мне нравится, как выглядит бедрок, сделали обычный бедрок, как в Майнкрафте, только потемнее и по, не знаю, пожестче, как-то так, наверное, хорошо, выглядит здорово, картины, друзья, а нет, цветочки, цветочки, хорошие цветочки, ну, выглядят просто по-другому, и все. Картины слишком много книжных полок. Вот это вот одна большая картина, ее сделали как 4 картины, я бы даже сказал. Я сначала, когда это увидел, подумал, что реально здесь 4 одинаковых картины, оказалось, что нет. Но ладно, все-таки они прикольные, что-то новенькое у нас есть. И осел, у нас есть и крипер, вылезающий из картины. Хотя, кстати, посмотрите, как это круто сделано. То есть это как будто висит картина, из которой вылезает крипер. И это типа, все, мне пипец, лезет крипер, сейчас он взорвется. Ну, да. Вот этот вот портрет курицы просто шикарный. Вау, она, смотрите, как она смотрит в куда-то туда, в бесконечность. Да, здорово, здорово, что-то еще такое необычное. Ну, это что у нас? Разные выражения лица крипера. Здесь он такой, здесь он такой обычный крипер, здесь он грустный, а здесь он злой крипер. Хорошо. Хорошо. Окей, друзья, переходим к мобам. Быстренько, быстренько. Хотя посмотрим на меч. Меч у нас, да, опять же, выглядит немного по-другому. И алмаз. Алмазная броня у нас выглядит вот так. Мы теперь как какой-то... я даже не знаю, как... Мне вертится слово на языке, но не могу себя правильно назвать. Мы как какой-то... Неважно, неважно, не выходит у меня слово. Окей, можно видеть курицу здесь. Это у нас какой-то... В принципе, опять же, все основано на чем-то. Это у нас... Ты кто? Ты похож на какого-то капитана корабля? Не знаю, здесь что такое? Арабское, возможно, применяли. Ну, да ладно. Овца у нас черная. Корова. Ну, обычно выглядит немного по-другому. Что мы еще имеем? Так. О, крипер. Кстати, крипера. Мы еще ни одного крипера не посмотрели на предыдущих резус-паках. Ну, да ладно. Крипер выглядит у нас здесь вот так. Я-то думал, что у меня здесь не хватает. У меня не хватает крипера. Да, грустно, ну ладно, ничего страшного. Хорошо, эндермен у нас теперь с такими крутыми рукавами и чулками. Вау, зачетный. Он монокль носит, ребята. Крипер, точнее, эндермен носит монокль. Где вы такое еще видели? Где? Скелет, ну, чуть-чуть сделан просто по-другому, и все. Но мне нравится. Паук у нас теперь тоже какой-то полосатый стал, с зелеными глазами. Забавно, забавно. Зомби мы уже видели. Ну, и остальных мы уже, в принципе, видели. Опять же, я повторюсь, я не всех вам мобов показываю, и не все-все-все, иначе бы просто обзор бы получился бесконечный, и... Уф, вам бы наскучило, я вас уверяю, вам бы наскучило. А ты человек-курица? Ну, ладно, хорошо. Ой, какой светлый мир, это просто... Хотя выглядит вот так вот красиво, посмотрите. Вот если так посмотреть, мне нравится, как выглядит мир. Нет, на самом деле, очень милый мир. Хорошо, ну и все-таки, друзья, мы переходим к последнему ресурс-паку. К последнему, самому последнему ресурс-паку, который называется S&K Фотореализм 256 пикселей. 256 пикселей. Да, друзья. Опять же, вы меня, наверное, не слышали, что я сейчас говорил. Ну да ладно. Картины не поменяли, сразу же заметил. Но давайте все-таки посмотрим на все, что мы имеем. Трава уж... Да, сразу заметно, что здесь 256 пикселей. Вот если в упор подойти, можно заметить все-таки пиксели, но вот так реально похоже, все очень реалистично. Земля, корни, травы. Блин, реально круто все сделано. Круто. Песочек очень милый. Прям хочется по нему пройтись босиком, побежать, прыгнуть в море и утонуть. Хорошо, гравий. Смотрите, какой, кстати, гравий реально крутой. Вода анимированная, очень здоровски сделана. Прям реально вода меня здесь очень сильно привлекает.
И даже немного неважно. Хорошо, поднимаемся наверх и посмотрим на наши, так сказать, приготовленные блоки. Хотя я уже вижу, что некоторые не поменены. Или, опять же, какой-то произошел баг. Ну да ладно, что ж, стол зачарования у нас не поменялся. Тыква. Очень, опять же, похожая на тыкву из первого и, если не ошибаюсь, третьего ресурс-пака. Не мелькает, и какая-то она слишком зловещая. Ну, мне нравится, неплохая. Хотя, опять же, вот эта вот кругленность не очень как-то мне нравится. Ну, да ладно, да ладно. Печка, друзья, обычная. Верстак у нас обычный, не знаю, почему не поменялся. Но надеюсь, это не моя ошибка, и вы меня простите. Вот, например, стопки с полками, с книгами, что я вообще несу. Они у нас как бы только сверху почему-то изменили текстуру, не знаю. Маяк теперь у нас сделан почему-то только вот в таком стекле, хотя сам обычный. Зато руда, смотрите, какая у нас реалистичная теперь алмазная руда. Выглядит, ну, реально круто. Хотя алмаз, похоже, на какой-то... Какие-то здесь алмазные руды слишком радиоактивные. Алмазы, они на самом деле не такие, когда вы их находите в пещерах, они не такие радиоактивно синие, ну, ладно. И золотая руда у нас вот такая, тоже, обычно, когда вы находите золотую руду в шахте, потому что я бывал в шахтах, я каждый день в шахту хожу, они на самом деле намного грязнее и все-таки получают свой блеск, цвет и так далее, после полировки и так далее, хотя сам алмаз, он тоже не такой голубой, ну, ладно, все, пофиг. Стекло сделано, опять же, очень аккуратненько, красиво, замечательно, мне нравится, кустик, да, здорово. Алмазные и обсидиан блоки не поменяли, к сожалению, но зато дерево у нас выглядит просто, опять же, очень реалистично, но реально хочется на него смотреть. Что ж, да, губку здесь, я не... Это разве обычная губка из Майнкрафта? Вот я что-то не уверен. Да, вроде бы это обычная губка из Майнкрафта. Я не знаю, что я несу. Ну, да ладно, TNT тоже не изменили. Лед сделан прям круто, с узорчиками. Все такое очень миленькое, красивое, да. Сундуки, кровать, бедрок не поменяли, к сожалению. Эти тоже не поменяли. Цветочки, зато смотрите, какие цветы. Цветы вот поменяли. Хорошо. Все-таки давайте посмотрим на мобов, которых, я так понимаю, тоже не... поменяли, к сожалению, ни одного, да, даже ни одного жителя нет. Да, друзья, к сожалению, здесь, я так понимаю, просто основывались на том, чтобы сделать... я даже не знаю, на чем на самом деле. Чтобы просто сделать качественную траву. Ну, ладно, друзья. Я думаю, на этом мы все-таки будем подходить к концу. А броня у нас также, кстати, не изменилась, и инвентарь у нас остался обычным. Странный немного ресурс-пак. Я надеюсь, это, опять же, не моя ошибка, но, если что, простите меня, я Кейн, я всегда ошибаюсь. Лианы, кстати, смотрите, какие у нас лианы красивые. Да, друзья, мы все-таки посмотрели на топ-5 самых крутых реалистичных текстур, которые я смог для вас найти. Вы, опять же, определите в комментариях, какой вам больше всего понравился, какой все-таки выиграет. Я обязательно буду читать комментарии, и будет интересно, если вы мне напишите что-нибудь о тех картинах, о которых я спрашивал и так далее. Было бы очень здорово. Опять же, очень бы было бы мило, если бы вы поставили лайк под этим видео, набрали бы 9000 лайков за такое видео, потому что мне нравится делать такие видео, и если мы столько наберем, будут еще такие топ-5 видео и подобные интересные, полезные видео, поэтому, если вам понравилось, можете поставить лайк, оставить комментарий, подписаться на канал, нажать на колокольчик, а с вами был Кейн, и до новых встреч!